Осенью 1878 года Сисле покидает Марли-Леруа и переезжает в Севр, пригород Парижа, где он живет в течение следующих 2,5 лет, рисуя множество видов города, включая набережные, мост, площадь и северскую фарфоровую мануфактуру. Помимо городских пейзажей, художник неизменно обращается к своей излюбленной теме – отражению окружающей природы в ее первозданном виде на своих полотнах. Река Уаза, издавна привлекавшая живописцев своей естественной красотой и тесно связанная с предместьями Парижа своим расположением, не могла не появиться на холсте уже экспонирующегося, но так и неоцененного пейзажиста. Подобно своим куда более знаменитым коллегам Куро и Домини, Сисле воплощает облик этой неторопливой и беспокойной реки в поразительно искренней картине «Берега Уаза». Работа над холстом не была сиюминутной и продолжалась в мастерской художника между 1877 и 1878 годами. Исследуя завершенное полотно, можно заметить, какое значение художник придавал небу. Воздушному пространству на картине отведено более половины холста. Небо неоднородно и покрыто легкой облачностью. Белые перистые облака изображены с помощью концентрических завитков, создающих иллюзию легкости и невесомости небосвода. Русло Уазы разделяет сушу по диагонали на правый берег, густо поросший деревьями и кустарниками, и более открытую левую сторону, оживленную присутствием людей. Безусловным акцентом в картине является лодка, причаленная к левому берегу Уазы. За излучиной реки ей вторит другая лодка с поднятым парусом. На ближнем участке земли Сисле поместил фигуры людей, несколько размытые на фоне обильно растущей травы. Чтобы передать волнение воды, художник прибегает к размашистым горизонтальным мазкам, контрастирующим между собой как по цвету, так и по форме. Цветовая гамма растительности, напротив, почти сливается и выделяется лишь редкими штрихами более темных тонов.